Хочу поздравить всех с праздником весь российский народ. Для меня большая честь и гордость получить государственную награду Российской Федерации, медаль Пушкина. Памятник великому русскому поэту установлен в центре Баку, как знак большого уважения всего азербайджанского народа к великой русской культуре, литературе и искусству. Русский язык в полном объеме сохранен в школах. Действует Славянский государственный университет, филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. Недавно открылся первый зарубежный филиал Московского государственного университета имени Сеченова. И, конечно же, на улицах Баку можно очень часто услышать русскую речь. Русский язык – это один из самых красивых языков в мире, поэтому это большое достижение. У нас более 300 русскоязычных школ в Азербайджане. Алиева Лейла Ильхам Гызы, вице-президент фонда Гейдара Алиева, глава представительства фонда Гейдара Алиева в Российской Федерации, Азербайджанская Республика.